Населенных пунктов в нашей республике много, проблемы у них схожие. Чтобы обсуждать их и находить решения, существует Совет муниципальных образований. Сегодня заседание Совета прошло в расширенном составе. Что муниципалитеты могут решать сами с помощью местного самоуправления, а в чем не обойтись без помощи региональных или федеральных властей? Что необходимо сделать, чтобы местные вопросы эффективно решались на местном уровне? Такие темы звучали на Всероссийском съезде муниципальных образований. Среди более 500 делегатов были и представители Чувашии. Съезд был проведен по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Последний раз такой форум проводился 10 лет тому назад в Москве. На этот раз, значит, решили провести в Суздале. Это, видимо, тоже не случайно, потому что это центр России. Результатом съезда в Суздале стали конкретные решения и предложения. Вполне вероятно, что полномочия органов местного самоуправления в ближайшее время расширятся. В тех случаях, когда нужно бы это отнести к вопросам местного значения, они, к сожалению, не всегда относятся к вопросам местного значения. Ну, например, в частности, какой вопрос они приводили? Использование природных ресурсов, которые добываются в тех или иных местах. Ну, в частности, что вот торф, например, добыча торфа, песка, глины и так далее, и тому прочее. Один из выступающих, точнее из Новосибирска, он предлагал оставлять налоги на прибыль, часть налогов на прибыль в распоряжение муниципалитетов. Говорили на совете о том, как наладить сотрудничество местного самоуправления в муниципалитетах с природоохранными, правоохранительными и другими органами. Несколько соглашений подписали прямо на заседании.